Новый творческий сезон коллективы Ашукинского дворца культуры решили открыть в поселении Зеленоградске в культурно-досуговом центре «Созвездие». С полноценной концертной программой артисты объехали все деревни поселения и повсюду их встречали с большой теплотой и радостью. Сюда же ашукинцы приехали для того, чтобы пригласить зеленоградцев к себе в гости. В течение всего лета мы ездили по деревням нашего поселения, возили концертные программы по выходным, по 2-3 концерта. Вот. И, конечно, хочется познакомиться теперь с соседями, пригласить их к нам и показать себя, потому что мы должны дружить, наверное, все-таки домами культуры. Душевную, домашнюю атмосферу создали ашукинские артисты в зале. Каждый присутствующий живо и с удовольствием реагировал на все, что происходило на сцене. Один за другим менялись красочные номера, и каждому в зале хотелось подпевать и пританцовывать. В общем, «Созвездие» посетили настоящие звезды. Сегодня к нам в гости приехали артисты из Дома культуры Ашукина. Нам очень приятно их принимать в себя. Все работники культуры Пушкинского района дружат между собой. И вот Ашукина с таким добрым приветом приехали сегодня к нам. Я думаю, что это хорошее открытие творческого сезона. Надеюсь, и мы тоже соберемся к ним с концертом. Концерт просто потрясает своей душевностью, профессионализмом. Артисты все просто на высоком уровне. Когда они успели подготовить эти номера, мы восхищением. Восхищение большом. Зрители кричат «Браво!», подпевают песни. Просто замечательный субботний вечер подарили нам сегодня ашукинцы. Спасибо большое им. Много эмоций и радости получили пришедшие на концерт зеленоградцы. Захватывали от души исполненные хорошо знакомые песни, зажигательные танцы, а также веселые и умелые конферансье. В общем, вечер субботы удался на славу. Вы знаете, очень понравилось мне. Я как бы не могу профессионально судить, но я как зритель вам скажу, да. Но во всяком случае, главное, да, что, как однажды Аллы Пугачёвой спросили, что для вас критерии таланта? Это когда слеза просится. Вот для меня это когда заводит зал, да, когда ты душой участвуешь в том, что происходит на сцене. И вот сегодня я это увидела. Приятно слушать и видеть абсолютно всех, несмотря на жанры. Вот я, в принципе, своеобразные жанры люблю, но сегодня все показали себя очень талантливо и очень интересно.